Очень. Тише. Так, собиралась сделать отдельный будет обзор. Ну вот сейчас вот открыла, смотрите, мороженое вот это вот. Мне еще одну потом я сделаю. Нарисовано, что это вот так выглядит. 70 грамм здесь. А по итогу, не знаю, есть здесь самого мороженого 70 грамм. Честно говоря, я очень сильно сомневаюсь. Но будет еще отдельный обзор. Еще одно такое же мороженое будем с вами вместе скрывать и смотреть, пробовать, что там. Это вот просто вот шок. Честно, шок. Стаканчик похож. Смотрите, взвешиваю само мороженое полностью. Подожди. Вот она, моя цена. Даже не красная цена, моя цена. Полностью оно весит 71, как и указано здесь. Вместе со стаканчиком. Вот. Потом останется один стакан, взвесим, отминусуем и узнаем, сколько весит само мороженое. Вот, покупала я его для латте. Сейчас буду делать. Так, ну вот смотрите, выгребла я практически все мороженое из него. Вес у него 11 килограмм. Вместе они весили 71 килограмм. Значит, у нас 60 грамм только одно мороженое. 60 грамм за 11 рублей. Ну вот, можно и тут уже посчитать. Вот. А все остальное вы увидите в другом ролике. Сейчас вот там буду показывать на обзоре. А вот, кстати, латте. Не знаю, сейчас буду пробовать. Насколько у него там различия. Столько.